На Гродзенщине на финише находится уборочная компания Зерневых. Параллельно у господарках региона идет уборка проса и грыжки. Аграры приступили до нарыхтовки силоса с кукурузы. И как только хлеба вызволяется, на смену одним культурам приходят иншие. Так поступово земляробы принимания включаются в важный процесс. Починают сяубу озимых, зерневых и рапсу. Катерина Бенадасюк расскажет, как идея посевная у Гродзенском районе. Якостно и у оптимальные агротехничные термины провести сяубу озимого рапсу. Такая задача стоит перед аграриями региона. Рапс – культура стратегичная, и у каждой господарцы занимает особливое место. У СВК Гродзенский стартовала сяуба. Под озимый рапс тут отведено 190 гектаров. Мы провели полные агротехнические мероприятия по подготовке почвы к севу, внесли полную заправку минеральными удобрениями, закупили семена, сев производим высокопроизводительным посевным агрегатом с системой параллельного вождения и локальным внесением фосфорных удобрений. Сяубу у СВК Гродзенский откладывали до опошнего. За засушливого надворья и отсутности достатковой колькости опадков ворный слой глебы амаль цалком высушены. Однако опошний термин для этих работ – 25 жнивня. На сегодняшний момент ускорили темпы пахоты подсев озимых зерновых и озимого рапса. Например, за вчерашний день мы спахали 1100 гектар. В связи с тем, что вот такие сложные климатические погодные условия, отсутствие влаги, это все затрудняет и пахоту. Есть такие поля, в которые невозможно вогнать плуг. Запланировано у нас посеять его на площади 5800 гектар. На сегодняшний день уже спахано более 10400 гектар. И посеяно 1140 гектар озимого рапса. До речи, надворье не радовало и раней. Холодная, сухая и ранняя весна значно поуплывала на урожай. Не глядячи на это, Гродзенский район досягнул высоких показчиков. Урожайность амаль 79 центнеров с гектара. Намолочено больше за 227 тысяч тонн зерня. А это на 52 тысячи больше по сравнению с минулым годом. Але надворье, якое усталявалось у районе на сегодняшний день, так само не дает расслабиться. Засуха может поуплывать и на посевы кукурузы, цукровых бураков и, конечно, рапсу. Однако надея застается на дождь и свои силы.